Всем привет, это Лион 2 Лига А, дивизион Серебро, и мы рады приветствовать вас в манеже «Красная звезда». Здесь омский Иртыш сегодня принимает торпедо «Миас», одного из лидеров Серебра. Иртыш, который пока, к сожалению, для себя никак не может подняться снизу Серебра, сегодня попробует отнять очки у одного из лидера. Москва просыпается, страна в том числе, Лион 2 Лига, матч начался. Поехали, начнем традиционно с гостей. Торпедо МИАС, 27 номер, Роман Ковалев. И вот снова против Амелина здесь идет борьба. Удар на месте, Ковалев, есть первый удар в створ, есть первое спасение на счету вратаря торпедо МИАС. Хороший прорыв, мяч под лицевой, смотрим внимательно, опасно, прострел, и показывает, что была игра рукой. Но была ли она там, узнаем мы уже только с помощью наших коллег. Есть у меня ощущение, что вообще мы даже не увидим компенсированное к первому тайму, а тут положение вне игры было в любом случае, но отметим реакцию Ковалева. Мастерски сейчас реагировал вратарь торпедо МИАС. Стандарт. Смотрим внимательно. Есть разбег. Удар. И Ковалев перед собой мяч отбивает. Опасный момент. Еще одна попытка будет. Самый вот сейчас острый эпизод. И после стандарта торпедо МИАС может убежать в быструю контратаку. Смотрим внимательно. Игра на встречных курсах пошла. Что придумает сейчас МИАСовская команда? Гол! 1-0! Торпедо, не забиваете вы, забиваем мы. Золотое футбольное правило работает. Неважно, в манеже ты играешь или на открытом воздухе, в открытом помещении. Сухой лист из пол. Почему бы здесь тоже не увидеть это событие? Подача, удар и гол. 1-1 Иртыш. Великолепный стандарт. Идеальная подача. Знаете, вот как будто сейчас даже... футбольная нейросеть подключилась настолько по-компьютерному, да, точно было выполнено. Чуть ли уже три раза не превосходит своего соперника, вот три раза в створ, да, классная передача, опасный момент, удар, и спасает свою команду Ковалев. Да, может быть, не совсем удачный вышел удар в исполнении Романа Юнушковского, но он все-таки смог изловчиться и пробить. Разыграли, обхитрил Замятин здесь всех, подача. Мяч в воздухе зависает, и ворота летело, и пришлось вступать в игру Матюнину. Да, действительно, возвращение Кучугуры. С марта не играл за Краснодар 2, но появился в Пятигорске. Помог своей команде, а здесь помогает своей команде Матюнин. Айда Никита. Они не останавливаются и будут продолжать бороться. Перевод хороший. Пауза. Пробить отсюда. Удар и гол! Они продолжили. Быков! Быков, 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 Быков! 2-1. Торпедо МИАС сегодня запивает из-за пределов штрафной площади. Но не могу сказать, что голы близнецы. Все-таки Казимир попадал в девятку. Здесь и близко не девятка, но какая красота. Он никуда спешить не будет. Сразу туда, на угол поля. И на этом все. Торпедо МИАС одерживает первую выездную победу. Здесь манеже «Красная звезда» в матчах с Иртышом. Наконец-то для себя прервали они ничейную тенденцию. Огромное спасибо коллегам за работу, вам за то, что были на трансляции. Любите и смотрите Лион 2 Лигу А. Серебро, золото, неважно, мы работаем для вас с любовью. Для вас эту игру комментировал Геннадий Каменев. До новых встреч.